Сотрудники полиции продолжают предлагать жителям региона добровольно сдать незаконное оружие. В обмен правоохранители обещают не возбуждать уголовное дело, а самым сознательным гражданам еще и заплатить. Чтобы получить вознаграждение за незаконно хранящееся оружие, человек должен прийти в полицию и написать заявление, либо же просто сообщить правоохранителям о его месте нахождения. Впрочем, сдать добровольно можно не только огнестрельное оружие. В список также попали и различные боеприпасы. Это патроны и взрывчатые устройства. К примеру, за огнестрельное оружие полицейские выплатят 15 тысяч рублей. 6 за служебное, спортивное или охотничье ружье. За добровольную сдачу взрывчатых устройств положено 3 тысячи рублей. За газовое или травматическое оружие выплатят вознаграждение в размере 2 500 рублей. За каждый патрон полагается 10 рублей. За 9 месяцев этого года жители Ненецкого округа уже добровольно принесли в отделение полиции 24 охотничьих и гладкоствольных оружия, а также один сигнальный пистолет. Подробную информацию по выплатам можно получить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах. 469-60.